Сегодня я хочу вам показать, как делают люди супер такие давящие коробки профессиональными руками. Все четко у них, давят, наверное, децибел по 170. Вот. Давайте начнем с того, что вот гляньте, как саморезик вылазит здесь. Не знаю, видно, нет. Как оно попилено все. Четко. Пьяный мастер какой-то пилил. Ну, то, что оно разного все цвета, это как бы... Ладно, упустим. Тут самая интересная фишка есть. Четко попал. Конформа туда, куда надо. И кто-то хорошо так наложил силикон. Кстати, мягенького. Чего не должно быть. Я тут покажу сейчас вам. Отрывается все. Коробок сильный. Повторюсь, 170 дБ давит. Порт тут мощный. С дыркой в полу для чего-то там. Не знаю, для чего. Жесть, короче. Куча мусора, прилипшего на силикон. Весом он, вот еще гляньте как, все классно скручивалось, намазано. Весом килограмм 50. Тяжелый. Ну правильно, чтобы машину не присаживать, пружины не резать, коробок кинул, и все класс. Вот такие вот имеются сильные мастера. Не делайте так. Лучше отдайте нормальным профессионалам деньги, которые вам вырежут, знаете, дырочки ровненькие все, четкие. Прямо аж душа радуется от супер короба. Такой коробок играть не будет никогда. Все, всем спасибо, до свидания.